новый мод. Мы получили! Ема! Как много! Друзья! 1,5 миллиона почти! Миллион! 118! Это какой результат, друзья? Так это вообще фармилка! Это так жестко! Всем привет, друзья, с вами Акита, и сегодня я поиграю в игрушку под названием Бисфарм. Как вы помните, в прошлой серии я купил вот такую вот штуку, купил себе ботинки, и выбил, самое главное, вот такую вот пчелку. Она яростная пчела. Еще я открыл вон ту локацию. Там я хочу купить весь магазин. Кто не помнит, у меня еще есть цель сделать 25 пчелок. У меня всего лишь сейчас 12 пчелок. Мне еще осталось 13. 13, ну не 14, а именно 13. Поэтому мы начнем сейчас копить. Но я бы хотел к тебе еще обратиться. Братишка, почему ты на меня еще не подписан? Я стараюсь для тебя каждый день. Если ты поставишь лайк, мне будет очень приятно. У меня будет мотивация делать контент. Просто ты мои видео не смотришь, и у меня падает настроение. Пожалуйста, подпишись на меня. А то я буду скучать и больше не буду выкладывать таких позитивных видео. Ладно, давай начнем уже копить. Берем квест у Мишки. Разнообразие — это опрятность жизни. Это также пряность меда. Если вы соберете мне пыльцу с разных цветочных полей, вам свое серебряное яйцо, то серебряное яйцо я возьму 1000 пыльцу с грибного поля, клевенного поля, поля синих цветов. Так, нам освечивается вот этот код квест. Разнообразие ведь. Соберите 1000 пыльцы с грибного поля, медовая охота, медовый пчел. Я же выполнил это задание. Где ее найти? Еще собрать 1000 пыльцы с синего цветочного поля и 1000 пыльцы с клеверного поля. Ну давайте-ка начнем. Уже 1000 пыльцы с грибного поля готово. 1000 пыльцы с клеверного поля тоже готово. Осталось только пыльца с синего цветочного поля. И 1000 пыльцы с вот этого вот синего поля тоже готово. Идем к этому мишке. Сдаем квест черному медведю. Впечатляет. С вашей преданностью я верю, что пчела, которая вылупится из этого серебряного яйца, станет прекрасным медоносцем. Вот так. Ищем. Вот оно, серебряное яйцо. Ну давайте вот сюда, да? Застенчивая пчела, красный легендарный. Мне попала какая-то красная легендарная пчела. Не знаю, хорошо это или нет. Давайте ее скормим, чтобы она была счастлива. Все, пчелка 5 уровня. Ребята, я тут узнал то, что вот на этом вот синем поле, вот за этой вот ромашкой или василек, есть вот такой вот проход. И вот в нем какая-то вот король жук. Я еще знаю такой баг. Вот сюда куда-нибудь встать, и он тебя не будет атаковать. Вот этот вот король жук, он нам даст 1 миллион меда. Сейчас мы это проверим. Просто есть такой миф, сейчас мы его оправдаем или не оправдаем. Правда это или нет? Ну все, ждем. Первые 1500 уже снесены. Уже 200. Уже 200. Уже 150. Почти 150. 130, 120. Давайте, когда будет 50, я уже выйду. Уже 30. Бежим. На. На тебе, жук. Давай. Все! Мы получили! Ема! Как много! Друзья! 1,5 миллиона почти! Миллион! 118! Это какой результат, друзья? Так это вообще фармилка! Это так жестко, друзья! Это вообще... Я получил еще младший медовый значок. Скорость... X5. Все, друзья. Мы давайте идем прямиком в магазин. Этот миф работает. Реально, этот миф работает. Он проверен. Ребяточки. Идем покупать что-то новое. Вот, друзья, покупаем вот эти вот ножницы за 850 тысяч меда. Раз, два, три. Все, я купил. Понимаете, я купил это. Так, идем тестить. Так, вот, они вот так вот собирают, они сразу кучку просто собирают. И вот так вот. Ну, мне кажется, я сделал правильный поступок, потому что у меня в секунду уже 150 примерно. Но это без автокликера. Здесь без автокликера ты просто не обойдешься. Наверное, пойдемте выполним еще один квест у черного мишки. Он дает очень много.
Это очень понятно, потому что... А хотя... Можно ведь взять квест вот этого вот панды. Панда, что ты предложишь? Жуки-носороги здесь агрессивны и территориальны. К счастью, для нас они очень слабы. Но достаточно ли они слабы для такого новичка, как ты? Давайте узнаем, победить двух жуков-носорогов. Блин, я же только что их убил. Придется ждать. Ладно, пойдемте-ка в другое место. Черный мишка, что ты мне дашь? Вы показали, что вы хороший пчеловод. С этого момента я буду давать тебе гораздо более сложные задания. Если вы завершите 10 из них, я дам вам золотое яйцо. Вы понимаете, это золотое яйцо. То есть из него может нам выпасть еще лучше пчелка. Золотое яйцо всегда вылупляется в эпическую или легендарную пчелу. Вы понимаете? Итак, ты готов к настоящему испытанию? Соберите 4000 пыльцы с бамбукового поля. 100? Это настоящее испытание? Так это вообще легко. Пойдемте туда. ГГ, Тимараков, я ливаю. Зырьте просто, они тимятся. Нельзя дизы показывать. Да вы совсем что ли? Идите вообще нафиг с моего оулья. Ладно, прощаю вас для первого так раза. Только тимьтесь в лучшую сторону. Ты тоже, кстати, мой подписчик или просто зритель, тоже поставь лайк. Даю тебе 3 секунды на это. 1, 2, 3. И последний квест, берем его. Если ты выполнишь этот квест, я дам тебе золотое яйцо. Ты готов? Собирайте 25 тысяч красную пыльцу и 25 тысяч синюю. Давайте-ка приступим. Красный плюс синий равно золотой. Гениально, гениально, гениально. Для вас это пройдет 1 секунда, а для меня целые 5 минут. Я уже накопил 25 тысяч красной пыльцы. Идем на синее поле и фармимся дальше. Для вас пройдет это 1 секунда, а для меня целая вечность. Время для анекдотов. Вова словил пчелу и держит ее за крыло. «Брось ее!» – кричит мама. «Ей же плохо!» «Но если я ее брошу, то плохо будет мне!» «Любишь медок? Люби и холодок!» – орали бухие пчелы, вытаскивая из берлоги медведя на снег. Чукотские пчеловоды 3-й год сидят без работы. Они потеряли пчелу. Пчела или оса? Как их отличить? Пчела опыляет цветы, делает мед, улучшает окружающую среду, жалит неохотно. Оса просто мудила. Люся, что-то я не вижу твоих любимых джинсов, а я их выбросила. Почему? Я в них последнее время чувствовала себя пчелой. Как это? В жопе жало. Крутой, да? Очень смешной анекдот, да, ведь был? Ребята, вы не поверите, Китасик выполнил 2 квеста, вы не поверите. Я уже выполнил вот эти вот 2 задания, и сейчас мы их будем сдавать на проверку. Но сначала нам нужно сделать мед. И сдаем тот самый последний квест на золотое яйцо. Отличная работа! Ой, бог, черт возьми, Настя, хорошая работа. Олег. Вы точно заслужили это золотое яйцо. Но у меня есть кое-что получше. Если ты приложишь немного усилий, вылупите яйцо и доложите. Веселье только началось. Так, вот оно. Вот оно, золотое яйцо.
Вот оно вылупляется в эпическую, легендарную или мифическую пчелу. Ну что ж, мое сердце бьется очень быстро. Раз, два, три. Да. Яростная пчела. Красный эпический. Еще одна яростная пчела. Красный эпический Райли Би. Лидер красных пчел и давний соперник Бука пчелы. Его огненная природа возвысила его над остальными. Ребятки, наверное, мы будем заканчивать на этом моменте, но у меня еще есть для вас предложение. Давайте вы поставите лайк и подпишитесь на канал, а я для себя возьму новую бочечку. Подписываться надо для того, чтобы поддержать меня. А лайк поставить просто для интереса. Так, элитная бочка, 650 тысяч меда. Самый продвинутый бочонок в мире. Увеличивает пыльцу определенных полей. Вместимость плюс 125 тысяч. Купить. Все, теперь наша вместимость рюкзака 162 тысячи. Ну вот, на такой печальной сцене мы будем заканчивать наш ролик. Сегодня я добился очень многого, купил себе новые ножнички, новую бочку, ну и многого всего. Всем спасибо за просмотр, пока!